Поднимите руки вверх, провожая их взглядом. Вверх, вдох. Посмотрите на небушку. Под пение птицы под лучами солнца проходят спортивные занятия. Горожане с нетерпением ждали возобновления традиционных летних тренировок в парке Изумрудный. Уже 3 года в летний сезон можно бесплатно заниматься йогой, пилатесом, силовыми тренировками. Грудная клетка еще со всех сторон. Во-первых, это полезно. Ну, для физического здоровья, во-вторых, для ментального. Это расслабление, это удовольствие душевное. Разминаем спину, руки, ноги. Все доступно и на природе. Какое самое любимое упражнение? Наверное, вот как сейчас мы делаем разминание, это солнце, приветствие солнца. Для всех очень важно, это же для здоровья, для всего. Вот у меня не было возможности заниматься, сейчас моя подруга, встретила их, они пригласили. Я с ней первый раз пришла, но у меня проблема, что я не могу пока ложиться из-за ноги. Вот, поэтому я делаю стоя все, что можно. От молодых до убеленных сединами посещают тренировки в основном девушки и женщины. Тренер по фитнесу отмечает, что упражнения будут полезны и сильной половине человечества. Главное, они дают ощущение радости, потому что тело начинает двигаться, и тело начинает от этого просто ликовать. А все абсолютно знают, что движение – это и есть жизнь. А когда движение в компании, в чудесном парке, оно приносит еще больше радости, удовольствия, и самое главное – здоровья. Занятия проходят 3 раза в неделю. По понедельникам, средам 18:30, в пятницу в 17:30. Приходить лучше в удобной одежде, с ковриком, водой и позитивным настроением. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком.